Вывести из тени чебоксарских предпринимателей. О результатах работы по борьбе с неформальной занятостью в столице республики за первое полугодие говорили сегодня в администрации города. Специалисты межведомственной комиссии наведываются в торговые и строительные объекты, чтобы вывести на чистую воду недобросовестных бизнесменов. Посещают общественный транспорт и автомойки, а также ходят по квартирам, где ведется ремонт или их сдают в аренду. Отмечу, что только в Чебоксарах с начала года 234 человека предоставляли в аренду жилье и при этом не уведомили налоговую о своих доходах. Первое полугодие 2021 года межведомственными мобильными рабочими группами проведено 742 обследования совместно с представителями ФНС России по городу Чебоксары, МВД России по городу Чебоксары. Обследование охвачено 5153 объекта. В ходе рейдов специалисты выявили более 10 тысяч человек, работающих без трудовых договоров. Со всеми нарушителями тут же провели разъяснительную работу, и почти половина из них зарегистрировались официально в качестве самозанятых. Около 2000 нелегалов стали индивидуальными предпринимателями, а остальные оформили трудовые отношения со своими работодателями. Результат первого полугодия он есть. Если плановая цифра у нас 14 тысяч, то мы достигли показателя 10 тысяч. И по итогам года мы должны будем отчитаться за 14 тысяч. Поэтому да, надзорные органы нас предупредили, чтобы мы работали без фанатизма. Но работать мы дальше должны в плане профбесед.